Всем привет, мои дорогие, с вами Маша. Наступила осень, у нас резко похолодало, и в ближайшие дни будет очень холодно. А потом обещают бабье лето. И совсем скоро начинается бархатный сезон. Поэтому сегодня я вам покажу и расскажу, как и где я самостоятельно ищу пакетные туры, если мне нужен пакетный тур. Итак, есть несколько сайтов, как, например, Слетать.ру, Травелата, где собраны предложения всех туроператоров. С этих сайтов, как правило, я и начинаю. И сейчас я вам все покажу, как я это делаю. Заходим на сайт Слетать.ру. Страна. Ну, давайте выберем Турцию, потому что на данный момент это самое востребованное направление у нас. Лететь 3 часа, виза не нужна. И сейчас там весьма привлекательные условия въезда. Итак, выбрали Турцию. Дальше смотрим. Здесь, вот в этом окне у нас курорты. Алания, Анталия, Белек и так далее. Мы можем, например, выбрать Анталию или Белек, или Аланию. Ну, что вам нужно? Ну, давайте выберем, скажем, Анталию. Дальше. Рейтинг отеля любой от 6 до 9+. Я, как правило, это пропускаю. Затем пляжные линии. Первая, вторая, третья. Тоже можете тут вот задать параметры. Затем отели. Тут вот все отели, все представленные, какие есть. Но вы можете выбрать, например, какой-то конкретный отель, если вы знаете, куда вы хотите полететь. Дальше интервал дат вылета. Здесь вот с 13 по 16 сентября этот интервал. Ну, давайте, например, выберем с 20 по 23. Затем взрослые, дети. Тут вот двое взрослых. Ну, вы уже смотрите, какой у вас состав, каким составом вы летите. Дальше ночи выбираем, там, скажем, от 7, от 5 до 14. Ну, вот все, что вам нужно. Ну, пусть у нас тут будет 14. Дальше, если вы летите с детьми, то вы здесь вот указываете, сколько детей, и дальше их возраст. Вот здесь. Затем категория отеля. Выбираем 5 звезд. Тут также апартаменты есть. Ну и от 2 до 5, как бы, да? Затем питание. Выбираем ультра all inclusive. Вот, ну также можно all inclusive, BB, то есть только завтраки, HB, завтрак, ужин, FB, full board, полный пансион, RO, без питания, room only, ну дальше FB+, и HB+. Но нам нужно ультра all inclusive, потому что мы летим отдыхать. И дальше здесь все туроператоры представлены. Ну, вы можете как бы вот выбрать, но лучше ничего не трогать и посмотреть, кто что предлагает. Все. Мы задали все параметры и теперь нажимаем «Найти». И ждем. Вот. Появились отели, и мы можем теперь вот да, здесь вот можно выбрать туры с онлайн оплатой только либо нет, но это если вы будете бронировать на этом сайте. Ну, тут можно ничего не трогать. Дальше сортировка по цене, по популярности. Вот у нас сейчас тут по популярности, но мы можем выбрать, скажем, по цене, да. Вот давайте посмотрим по цене. Если нам нужна картина, да, вот полная картина, например, ну вот мы видим Керман, Калиптус Резорт, Манавгат, вторая линия, да, потому что мы там не задавали параметры, Старлайт Резорт Отель, Керман, Ариканда Делюкс, ну и так далее. Ладно, давайте вот просто зайдем рандомно в первый попавшийся отель, вот в этот Керман, показать туры, все туры в этот отель. Так, тут, видимо, только вот One Touch Travel. Вот смотрим, здесь туроператор One Touch Travel. Он предлагает тур в этот отель с 22 сентября на 14 ночей.
Вот, и цена 170 тысяч с копейками. Стандарт Room Land View. И здесь еще написано, возможны дополнительные сборы. А иногда пишется, что все включено, все сборы включены. Да? Вот следующий, например, отель. Смотрим. Лариса Фазелис Принцесс. С 23 сентября на 14 ночей. Завтраки, обеды, ужины, напитки. Апарт-рум. Смотрим, что это такое. Двухместный номер. Апарт-рум. Тоже возможны дополнительные сборы. 107 тысяч. И туроператор Меркурий. Не знаю я такого туроператора. Дальше тоже Меркурий, Меркурий. Вот этот вариант самый дешевый, да, соответственно. И только Меркурий. Вот, то есть вы понимаете, что самый дешевый тур у такого-то туроператора. Но тут вот только один. Я сейчас хочу посмотреть, вот, допустим, Венеция Palace Deluxe, которая находится в Ларе в Аксу. Так, вот смотрим тут, да, чартерный рейс, также есть регулярный рейс. Вот, это что, двухместный номер, economy room without, без балкона. То есть вот эконом-вариант без балкона стоит 177 тысяч, one touch travel. Дальше, то же самое, этот же тип комнаты у другого, у Меркурия стоит почти 181 тысячу. Дальше идет Дельта, эко-рум, тоже без балкона. Почти 182 тысячи. И вот так вот смотрите, да? Например, ПАКС, да, ПАКС. Тут двухместный номер. Тут не указано, есть балкон или нет. И вот у них цена такая. И дальше вы уже выбираете, что вам нужно, что вас устраивает. Можете покупать сайт непосредственно тур на этом сайте. И можете перейти на сайт туроператора и там уже все выбрать и, соответственно, купить тур. Теперь смотрите, если вы точно знаете, в какой вы хотите полететь отель, то вы, соответственно, его выбираете. Давайте посмотрим, например, Байлара, да, который находится в Ларе. И смотрим вот на эти же даты, смотрим, сколько он будет стоить и кто его предлагает, какой туроператор. Тут вот выскакивает окно с туроператорами, которые предлагают этот отель. Мы его можем вскрыть. И смотрим, Байлара. Вот. Смотрите, регулярный рейс, моментальное подтверждение, да, и самая низкая цена у тест-тур. Стандартный номер Land View, то есть вид на горы, не на море. У тест-тур это стоит, вот цена, 261 тысяча. Дальше мы смотрим, Интурист предлагает тот же вариант. И уже цена 268 500. Тоже Land View, Land View, Land View. Ну, вы вот, в принципе, так, тут еще есть 10 вариантов. Уже дороже, 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 дороже. Пегас, Анекс. Тоже, и тоже Land View. Вот, допустим, у Теза есть стандарт сайт Sea View. То есть боковой вид на море, да? Сайт Sea View 284 тысячи. Одним словом, вы смотрите, какие туроператоры предлагают туры в этот отель, заходите к туроператору и уже выбираете то, что вам нужно. Ну вот порядок цен, кто что предлагает. И таким вот образом вы смотрите, если вам нужен конкретный отель, то вы мониторите этот отель. Если вам нужен конкретный курорт и вы не знаете, какой вы хотите выбрать отель, то вы, соответственно, точно так же открываете поиск и смотрите, и выбираете то, что вас устраивает. Дальше переходите к туроператору и бронируете тур. Вот таким образом все это делают, и турагентство в том числе. Иногда туроператоры им присылают спецпредложения, но, как правило, все сидят, мониторят, смотрят, находят горящие туры, спецпредложения и их предлагают своим клиентам. Дальше заходим на Travelato и смотрим, что здесь. Здесь система
такая же. Египет. Ну, пусть будет Египет. Давайте посмотрим Египет. Вылет 25 октября. Давайте ноябрь посмотрим. Например, 15 ноября на 7-8 ночей. Ну, пусть будет на 7-8 ночей. Двое взрослых. Искать. Нажимаем «Искать». И здесь вот тоже, пожалуйста, варианты. Линия пляжа первая, вторая, третья, любая. Давайте сделаем первую линию, собственный пляж отеля. Высокая вероятность подтверждения, моментальное подтверждение, это мы трогать не будем. Дальше выбираем, например, 5 звезд. Дальше выбираем ультра all inclusive. Удобства тут всякие, тоже вот это смотрим. Если вам нужно, вы тоже выбираете. Оценки по отзывам тут мы трогать ничего не будем. Водные развлечения тоже можете задать параметры тут. Туроператор любой. И смотрим, что. Так, искать. По нашим параметрам, по заданным параметрам. И смотрим, что предлагается. Первый отель по популярности. Можем еще от дешевых к дорогим. Давайте от дешевых к дорогим. Prima Life Makati. От 96 тысяч. Включая топливный сбор. Тут фото отеля. Тоже все это смотрим. И вот теперь здесь. Опускаемся немножко и видим, предлагает Библия Глобус тур в этот отель, стандарт рум с топливом 96 325. Уточните авиакомпанию, смотрим, кто летит туда. Россия чартерная, обратно тоже Россия. Москва Хургада, Хургада Москва. Вот уже сейчас появляются чартерные рейсы. Вот. И смотрим. Вот тут, кстати, 5 килограммов ручная кладь и 20 багаж. Это бесплатно. Видите, одно место багажа до 20 для одного рейса на одного человека. И до 5 ручная кладь тоже. То есть туда, соответственно, да и обратно. Лететь около 5 часов до Хургады из Москвы. Все тут есть. Вот общая стоимость тура такая. То есть вы либо покупаете на этом сайте, либо заходите в Библия Глобус и покупаете там. Вот. Показать еще 3 тура. Интересно, кто-то еще или... И, соответственно, да, выбираете себе номер с видом либо на сад, либо на море, вот куда вам нужно, да. То есть вот тут все есть, пожалуйста, стандарт with sea view. Sea view прямой вид, то есть не сайт тут, а видите, sea view, он стоит уже 115-300. Вот. И таким вот образом вы ищете все остальное. Вот, какие тут еще интересные отели. Old Palace Resort, неплохой отель. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Смотрим дальше уже. Клеопатра Лакшери, Шарм-эль-Шейх. Вот, и здесь, соответственно, можно выбрать все, что вам нужно. То есть задаете параметры, сколько звезд, какое питание, что, как. И, пожалуйста, выбирайте. Вот, я, как правило... Поступаю именно таким образом. Иногда, если мы летим, скажем, в Турцию, может быть, даже в Грецию, я знаю, например, туроператоров, через которых мы в основном летаем всегда, и я их хорошо знаю, мы с ними сотрудничали тоже, они хорошие, надежные, и я иногда могу просто, вот я уже знаю, какой мне нужен, скажем, отель, либо выбираю между одним и другим, я захожу на сайт того или иного туроператора, смотрю, какие цены, кто летит, откуда летит, и уже могу просто вот купить там непосредственно тур, то есть не заходя сюда. Иногда захожу на эти сайты, выбираю, то есть все зависит от разных факторов. Но я вам скажу, что все вот таким вот образом выбирают, смотрят горящие туры, спецпредложения. Ну, тут еще очень многое зависит от дат вылета. Бывает красный сезон, да, бывает не сезон.
ну, скажем, лето – это красный сезон, все праздники – это красный сезон, либо каникулы школьные – это тоже перед каникулами всегда цены растут. После Нового года, либо до Рождества, скажем, бывают низкие цены, бывают хорошие спецпредложения, но тоже очень многое зависит от спроса. Если спрос высокий, то, соответственно, цены особо и не будут падать. Если спроса нет на те или иные отели или номера, то могут, конечно, сделать какие-то скидки, спецпредложения. То есть тут очень много факторов формируют цены на пакетные туры. Поэтому, если вам нужно, если вы хотите найти выгодные, интересные спецпредложения, вы должны этим вопросом заниматься, вы должны мониторить постоянно, потому что цены меняются в течение дня тоже, ну вот в зависимости, да, от разных факторов. И тогда вы найдете то, что вам нужно. Вот. Ну а по отелям, тут, конечно, сейчас очень сложно что-то говорить, потому что изменилось все, просто все. В связи с пандемией, мало того, что выросли цены, хотя цены, ну, в принципе, если так вот посмотреть, они каждый год растут на все, не только на туры, но и на авиабилеты, и на отели, и на все, вообще на все. На еду, на одежду, на обувь, на аксессуары, на все, цены растут. То есть тут даже вот неизвестно, почему они выросли, но они действительно выросли. И вот по поводу отелей сейчас очень сложно что-то сказать, потому что то, что было до и то, что сейчас, это небо и земля. Единственное, в чем вы можете быть уверенными, это в том, что море как было, так и осталось, пляж, сам отель, номера, то есть, да, как бы вот интерьер, там все-все-все. Но все остальное, скажем, сервис, питание, еще что-то. Ну вот никто не может дать гарантии, что вот будет хорошо, вот сегодня хорошо, завтра может быть плохо. Поэтому как бы вот такая ситуация. Единственное, вот можно просто смотреть, ну отзывы с одной стороны, но некоторые отзывы бывают заказные. Все-таки лучше, наверное, смотреть у блогеров, которые вот в данный момент отдыхают в том или ином отеле. Они рассказывают, они показывают. Ну вы, по крайней мере, своими глазами увидите, что там происходит на данный момент и можете иметь... Ну вот близко около какое-то представление о том, что вас ждет. Хотя повторю, что не факт, что вот сейчас хорошо, а там через 2-3 недели или через месяц тоже будет так же хорошо. И наоборот, сейчас могут быть какие-то косяки, а потом как бы все будет нормально. Вот, такие дела, мои дорогие. На этом, пожалуй, все. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, видео вам понравилось. Всем отличного настроения, удачного дня, конечно же, прекрасных путешествий. До скорой встречи, мои дорогие. Всех целую, обнимаю. Пока-пока.